Привет, друзья! Здравствуйте! Сейчас начнем, сейчас вы увидите, как три бурасика вырываются что-то. Хотя, зная этих биовульфов Анатолича, они сейчас как будут стоять, гимперить, урон наносить по 5000 каждый бой. А я такой, пацаны, врываемся, ворвусь один. Один маскировка, другой обзор, третий дамагер. Вот это вы собрались. Обосремся вместе все. Поедем в один, поехали в один вдвоем. А спонсором данного видео является... Raid Shadow Legends. Это пошаговая коллекционная RPG, темная фэнтези с красивой графикой. И, кстати, игра абсолютно бесплатная. Здесь есть множество всего, чем можно заняться. От прохождения подземелий с боссами, до сражений на арене с другими игроками. Кстати, теперь вы можете играть в Raid как на мобилке, так и на своем компьютере. Чтобы вы понимали, насколько огромная здесь комьюнити, у Raid'а более 25 миллионов скачиваний по всему миру. Около 1000 видео в неделю публикуется на YouTube о Raid'е. Множество гайдов, стратегий и материалов, которые помогут вам прогрессировать в игре и продвигаться вперед. Совсем недавно в игре появилась новая групповая арена. Это следующий уровень соревнования в PvP-сражениях. Это просто арена на максималках. А совсем скоро за достижения на групповой арене будут раздавать крутые награды. Поддержи мой канал, качай Raid по ссылке в описании, и ты получишь ключ кланового босса, запас энергии, один день ускоренной прокачки, 5 загадочных осколков, 50 рубинов, 50 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона-палача в качестве бонуса. И поторопитесь, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Поехали. Ну, да, ну мы с Толикой, а Биба светит. Столик. Ну вообще-то Грани это моя мать. Что? Ну, а, то я вспомнил. Я по... Ну да, 8 фрагов. Там челик вообще-то... Ребят, вы просто не понимаете. Смотрите на его клан. На его клан просто. И Уксус? Нет. А мне показалось Иисус. Белавия, Вань, продолжи фразу. Запрещено. Ну, в принципе, не запрещено, но... Не, помнишь, когда... Давай заново, давай заново. Прилетали на ивент. Стрим без мата, ну давай один раз. Белавия. Заебись, авиакомпания. Чего? Это девиз у нас был, когда мы НССами гоняли Белавии. А я не смог дать. Справа, справа, справа. А что, что ты с ним сделал? Мы отвернулись просто. Минус тысяча. Может, проедем все в угол в ноль? Давай. Вообще, я только что сейчас понял, то, что у них вообще все легкие танки остеп. Андрюк, давай вот ты поедешь, там просто а я на прикрытии. Жизнь будет, и, может, я так... Не, ну надо втроем реально ехать. Если мы, у них втроем, не факт, что все поедут. Короче, а мы на мотивации даю, сейчас. Даю слово, мы затащим. Мы на мотивации, все. Ой, блин, у нас ЛТХи с нами не идут, но мы сдохнем на У них также ЛТХи катаются, серьезно, никто, серьезно, ничего мы не сдохнем. Недавно, я с этого респа просто три Бориса чем отстрелили, мы сдохнем. Не сдохнем, я... Но я ресурс, я... Фу ты, ты иди ты нахер отсюда, фу на тебя, а? Я здесь, что командир. Ты понегодяй, фу говорю, о. Короче, все, ребят, кто командир, кого ему, не будем слушать его больше, что ли? Это какое-то говно. Нормально. Там это охренеть. Да там фош лопит, смотри, что ты делаешь? Да я хоть уеду, раз ты цепуешь. Зачем ты уезжаешь, нормально все. Зачем ты уезжаешь, Биба? Я не знаю, Толь, там говно. Везде, я протестил. Там надо либо всей команды, у нас либо... Алтехи не поехали. Я вот чувствую, он сейчас молчит, он ржет, лыбу давит на вебке по-любому. Сейчас сидит такой, о-хо-хо, лохи. Гига там кричит, блин. Спасибо за донат. Ему надо было... Бля, сидит опять, лыбу давит, красный, вот спорим, у него еще рожа красная сидит сейчас. Вот я специально сейчас перемотаю, потом после стрима посмотрю. Вот серьезно. А ты понял, мне, наверное, надо было золото разыграть, короче, он пошел типа все сливать. Не, ну в следующий раз я командую, ну его на. Я реально, я Бибе больше доверяю, что в школе была, не пишите, в школе была кличка Андрей Стратик. Андрей, да погнали. Носу 152. Странный, странный выбор, да. Но это выбрал не я. Однорукий танкист приходит такой с донатом и говорит: хочешь носу 152 поиграть? Если... Это
офигеть. Хейтер, просто хейтер. Я рискую сейчас. Блин. А эти артоводы. Ой, блин, и прожета дала урон. Оно было понятно. Я говорю, не хочу. Он говорит, а если за два стрима возьмешь три отметки, дам 5000. Я говорю, ну ладно, тогда хочу. Вообще просто не летит. Такое ощущение, что сквозь башню пролетело. Пойду сам себе один кагалды кину. Не, вообще просто, ну, вообще не летит. На, вертуху. Может, я вот так закину? Офигеть, там 54. А сейчас полетело! Вы видели, в какой пиксель? Посмотрите, он уже заехал. Я в него попал. 407 кумулем пробил тупо. На тебе кумулем. Что? Что? Как это происходит в этой игре? Вы понимаете, сколько раз я стрелял фугасами до этого? Я зарядил кумули, посмотрите, как два этих снаряда полетели. Просто как? Не пробил. Не пробил. Откинь. Пробил. Давай, без броня там. Пробился. Обновил. Да за что, Билли Боба? Давай, вот что. Подожди, это за не пробил мой. На удовольствие, как на 10. А, может, блайнд еще по 13. Так ты потому что останавливаешься. Это паровоз, который не должен останавливаться. Да я не. Который должен сносить. Это поезд ДПМа. Поезд ДПМа у нас. Поезд чух-чух-чух, тот самый. Ну, во-первых, еписи едут реально как по рельсам. О, с тараном. Полетели, короче, да? Давай, давай, давай. Притормози чуть-чуть, да. Лорейна, наверное, сначала или нет? Да, давай Лорейна, чтобы не раздал. Он на нас не смотрит, а смотрит. И сушку потом или что? Я или за патона? Я патона тараню. А я и сушку тараню. Патона забираем. Маншотный патон. Парни, а что это такое? А где люди, блядь? Для микрофона сейчас у меня. Не знаю, Вань. Давай, может, сверху займем там позицию на балконе. А у нас боец АФК. Кто? Да на рыбалке уснул опять пьяный, ранее. Ранее. Опять нажался на рыбалке, и все. Понятно, блин. Удочку обнял и в воду завалился вот так отдыхать. Вот, на рыбалку понятно. Вот так вот ездит, все понятно. Ясно. О, нет, ну это понятно. В грязь упал, как бы в глину, и да. Месит. О, блин. Да, понятно, а потом лещ. Не, ну я уже полоску лечь. поставил, ну да, отличие грани, я уже поставил полоску, все. Че? Там вас стандартно. Толь, все, Толь, спасибо за засвет. Спина сзади грязная, там 430-й. Как и чем меня закидали? Жопа просто, сука, мне в спину рвут. Жопа, сука. Я синдром Туррета, что ли? Кого? Чтобы играть в рандоме, три лучших танка, да, надо? Объект 261, Конкер РГЦ и Т-92, которая не ЛТшка. На них проще всего сейчас в рандоме играть. Ну, я урон дал. Граннику, сенки есть? Там левша на стриме с тобой покатать хочет. А ты не врешь, Артур Джет? Сам левша со мной? Ничего себе! Ура! Парни, парни. Я зайду в спину, кавай, истину там. Я стой! Парни, не вдвоем! Парни, работаем, работаем! Крыс, грань, это вообще! Загоняю поросенка! Будет особенный день и особенный стрим, потому что я впервые за все время стримлю Counter-Strike. Я очень-очень плохо играю в CS.
скотина на корбане, тупо крысюк. 38 минус, Сём. Драть сюда, вот это. Блин, я не услышал там. Это сейвил лучше. А, сейвил, уходи. Просто броскидка на Б нужна, на пипец как нужна, чтоб фаст не было. Вот сейчас ты не дождался смока. В смысле, ну я типа меня выкинул. Да понимаю, мы понимаем. Го просто под халдим, го просто под халдим повыбиваем что-то. Банан занят. Чё? Понятно. Это... Это профессионал левша, я правильно понимаю? Я очень-очень плохо играю в CS. Все, на этом точно все, ребят. Спасибо всем. Кланяюсь. Это был поклон. Пока-пока.